clinch, no knee, no elbow, no spinning back fist. Okay? Touch. Я ничего не делаю, да? Да, ты просто стоишь, принимаешь его удары. Зачем? Зачем вообще? Создавай атаки. Что ты на него просто идешь? Ah, tu veux chercher. D'accord. Le riz, je te laisse le mettre. C'est toi qui gères. C'est bien, une fois tu m'as fait ce que je t'ai demandé sur les jambes, t'as vu toute la poterie là. Si je sens que... Вот так и делай. Ну, вот так. Молодец. Так же, так.
так же, вперед-назад, вперед-назад. Все видишь? Вот так, молодец, попал ему боковушку. Вперед-назад. Разрываешь, дистанцию. Вот так. И давай-давай-давай, вперед-назад. Вот так, молодец, попал, оберкотик. Стой, вперед-назад, не стой, не стой. На атаках на него, понимаешь? И, типа так, опять вперед вернул. Все, дыши, все нормально. Все хорошо. То, что ты сейчас чуть-чуть отдаешь эти раунды, ничего. Окей. Что у вас que je veux dire? Voilà. Hein? Sinon c'est très bien. On continue comme ça. Tu vas chercher ça, Jean-Marie. Tu commences le match, Jean-Marie. Хорошо! Хай дай! Ну, выходи! Да!
Стоишь просто на боксерской дистанции, чисто боксерской тебе делают. Чисто по боксу. Ты на месте стоишь. Зачем ты ведешься на его игру? Зачем? Что? Ты стоишь. У меня свое не получится. Так и до десяти. И вы будете мой замой, если только десять на дистанции. Окей? Пасаса. Окей? И тебя вы мама и ты кол, вази. Кол. И фель травай до пи. Ну ты дальше? Потому что ты стоишь, понимаешь? Дайте плюнуть. Ты зажимаешь, да некуда плюнуть. Вот вон туда плюнь. Чего ты же? Мешант. Мешант. Лу. Эко? Же? Эко лу. Когда ты чувствуешь, что это хорошо, так себе. Окей? Хорошо? Это хорошо. Мы работаем вместе. Это хорошо. Сам. Ну, бей, пошел, бей. Все, встань.
Unanimité. Rouge. New World Champion. Gianni Fiorenti. Maybe, I don't know, next year. Yeah. So what do you think about your fight, and what do you think about Coquelin? Fiorenti performance was so good, really. I was preparing really nice. I was preparing 3 weeks, but it wasn't my best performance. And next time when I will come, I will show more beautiful day. Alors c'est vrai qu'il s'est préparé beaucoup pour ce match. Il avait beaucoup plus performé la dernière fois qu'il était venu ici en France, mais c'est comme ça. Il est tombé sur un adversaire qui a été plus fort. Et en tous les cas, merci encore à toi. Congratulations, thank you so much. At you one more time. Thank you, Nikolai. Elle est belle cette image aussi. Let's go back to the new world champion.